Свободная экономическая зона Брест уже два десятилетия своей активной деятельностью оправдывает свой слоган. Это на самом деле территория новых возможностей. В настоящий момент в списке ее резидентов около 80 предприятий, на которых трудится порядка 21 тысячи человек. Ознакомиться с принципами деятельности СЭС и приехали представители польских средств массовой информации. Мы на сегодняшний день хотим показать те предприятия, в первую очередь, которые работают с польским капиталом. Это на сегодняшний день не представлено, у нас 11 предприятий. Вот, как они успешно работают, развиваются, ну и так далее, чтобы в средствах массовой информации в Республике Польша было, скажем так, освещено, что собой представляет свободная экономическая зона, какие здесь преимущества, какие здесь на сегодняшний день преференции и льготы для создания нормального климата для развития бизнеса. Брест – город на границе, причем не только белорусской. Областной центр Брещины – ворота набирающего силу интеграционного объединения Евразес. А это большой 180-миллионный рынок, который не может не интересовать представителей польского бизнес-сообщества. Узнать больше о городе, а также его свободной экономической зоне и помогут журналисты, участники пресс-тура, которые, к слову, считают, что наши страны имеют большой потенциал и возможности для сотрудничества во многих сферах. Видим перспективы польско-белорусского сотрудничества, например, ну, как нам кажется, в строительной области довольно-таки и можно и это сотрудничество развивать. Возможно, в области, можно сказать, информатики, в области нанотехнологии, фармацевтика. Это все, что действительно в Польше тоже на довольно-таки высоком уровне. И мы считаем, в Беларуси, например, и область информатики тоже, знаем, у вас очень хорошие специалисты в этой области. И это тоже область является интересна, также и агро. Да, все, что связано с сельским хозяйством, так же самое, думаю, мы видим тут возможность сотрудничества. Думаю, что экономичное сотрудничество будет все больше цікавить польских бизнесовцев. Думаю, что варто, потому что есть великие возможности для сотрудничества польского и белорусского бизнеса. В программу визита польских журналистов входило не только общение с руководством СЭС, но и посещение предприятий. Уровень производства приятно удивил представителей страны-соседки и еще больше укрепил уверенность в обоюдной выгодности сотрудничества Беларуси и Польши. Анастасия Страбко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.